К Новому году я отношусь с трепетом. Помню, мне было лет 6, мы с родителями приехали в гости. И по традиции, после боя курантов под елкой нас ждали подарки. Но в этот раз я решила увидеть Деда Мороза своими глазами. Села под дверью в комнату, где была елка. Родители в этот момент поняли, что нужно что-то делать и как-то доставить подарок. Хорошо, что был первый этаж. Папа вышел на улицу, через окно залез в комнату и положил подарки. Деда Мороза, конечно, я не увидела, но вот в чудо поверила. С Новым годом, и пусть чудеса в вашей жизни случаются чаще.